Вот сейчас едем на собрание до Петри на Форест Хилл. Сегодня у нас воскресенье. У меня с месяца этого, апреля 24 года. Вот наш еще один RX-330. Это RX-350. Так, уже едем. Он... Где он мне говорил? 68-606. Володя, у нас нет времени. Едем, да. Едем, все. Вот уже приехали, поставили машину. Мы иди, приехали. Дело сидит. Сейчас идем уже. Выключай. И вот церковь Петина. О, да, облака красивые, видите, все красиво. Чудесно. Еще мало, уже 11, а только наша пятая машина, как бы маловато. Вот, Петя подъехал, да. Пастор церкви, подъехал к церкви, Руслана, да, Вера. Сейчас уже на час 30 уже дает. А ты, Руслана, несешь? На час 30? Гостинцы? Да, я несу крабовый салат. А, салат крабовый, да, ага, да, все. Да. Там. Что, welcome? Да. Welcome. Шалом! 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 Видеограф наш тут! Да, появился! Появился, да? Да. А то на ютубе нечего смотреть. Ну да. А сейчас кораллы здоровье выставляют. Шалом! Пока здоровье выставляют, кораллы. Да. Шалом, шалом, шалом! Шалом алейкум, наш пастор! Чаек? Да, Володя, чаек на ремонт пьет. Да я же еле доехал. Нормально. Спать и все. И мы тоже мало спали, нормально. Ну так надо было просто отдаться в руки Бога и заснуть. Да. Нет, так жена рядом, она же не даст заснуть. Уже взял бы уже так. Нет, так жена рядом, она же. Лег спать бы. Our Father, это ваша... Ваша внучка? With each other, you know, we just to have the house of the Lord is to have a little bit to see my friend. So, Rosanna, call all the sisters, yeah? Where is Rosanna, where is sister Valeria? So you see, Satan always were attacking even the Jesus Christ resurrection, you know. There is not even one holiday Jesus said to mention to, you know, Jesus never said, remember me, my birthday. Remember me. You know, like any day, he says, remember, but he says only one day, he says, remember my resurrection day, what I did for you, and he says, do this in my remembrance when it's Easter, when it's Passover, only one day Jesus says to remember. Иисус говорит, только один день, я хочу, чтобы вы помнили. И этот день воскресенье. That's what we have resurrection day, man. Поэтому у нас есть день воскресный. That's why Christians, everybody come and they remember the day of the Lord. In some passages say the day of the Lord. Поэтому люди говорят, что есть день воскресный или день Господень. Да, день Господень. That's what how in Revelation John said. I was in the day of the Lord in the spirit. И в книге Откровения он говорит, что я был в день Господень в духе. Yeah, so that's so this is the day so where we put everything away, yeah? Это день, когда мы все откладываем. All our busy schedules. Всю нашу суету. And we wanna busy for Christ. We wanna be, we wanna come and get to know Jesus Christ more. Мы хотим прийти и узнавать о Иисусе больше. Our Father more. О нашем Отце больше.
about his kingdom. Насчет его царства. About everything what is in the kingdom. Насчет всего, что в его царстве. Мы хотим знать больше и глубже. Because, like, you know, we all were so many people from different countries when they were living in their country. And they knew they're gonna go to United States, like especially Ukraine and Russia and previous Soviet Union. А многие мигранты, которые жили в других странах, которые знали, что приедут в Америку. They would say, "Oh, I'm going to United States. I'm going to USA, America." Они радостно говорили, что мы летим в Америку. It's like a heaven. Это для них был как рай. And you, then you would wanted to know what language they speak. И было интересно, на каком языке американцы говорят. Even become to become citizen, you have to go pass test. Даже чтобы стать гражданином, надо сдать тест. What kind of president? Знать, какой президент. What kind of governor, like state? How many states? Знать, сколько городов. Who is the governor? Who is the mayor? At least, yeah. So you try to get to know better of the country. So same, we have to be get to know our country, heavenly country. Amen. Так как мы хотели больше узнать Америки, так мы должны узнавать больше и глубже о нашей небесной стране. Like now we more living in United States. Хоть сейчас мы живем в Америке. And we see some bad stuff. И мы видим все то плохое, что происходит. And good stuff. И видим все хорошее. Yeah, so we leave the bad, we wanna see what's good, amen? Мы хотим убрать фокус того, что плохого, и смотреть на то, что хорошее. But in kingdom of heaven, in the God's kingdom, everything 100% good. Но в Божьем царстве, в Его городе, все 100% хорошо. So let's learn together every resurrection day, every Sunday. Давайте узнавать больше и глубже каждый день воскресный. Let's learn, let's have that passion. Давайте иметь эту страсть, этот огонь. Let's have that spirit who is hungry for. Давайте иметь этот дух, который голоден, чтобы знать его больше. Amen. Amen. Yeah, so let's pray. Let's stand up and pray. Давайте помолимся. Invite our Father, our Lord Jesus, the Holy Spirit. We invite. So whatever we do for our Lord Jesus. Amen. In His holy name, the name of the Lord, which originally translates to Yahweh. Let's worship our Jesus. Let's worship our Savior. He's worthy of all praise. And He created us for worship. So let's glorify Him together. Amen. More love, more power. Just close your eyes and just sing to Him. Pour your heart to Him. This is the time between you and your Maker. Thank you.
you, to tell you how much we love you, how much we admire you. Jesus, we admire you with all of our heart. We love you. Pour your love to him, church. Tell him how much you love him. He longs to hear that from you. Thank you, God, that in 1 Corinthians it says that you called us in partnership with your Son. Thank you that we are no longer slaves, but now we are brothers. We are now partners in your kingdom. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you for your mercy, Lord. Thank you for your Holy Spirit that's in us. We love you, Jesus. We glorify you. Amen. Amen. From Florida, and she have testimony how God saved her life. So okay, so everybody have something little bit to say. Hi guys. Всем привет. It's good seeing guys. Haven't seen you guys. Рад всех видеть. Я вас давно не видел. Yeah, my weekends have been pretty busy. Мои выходные очень заняты. I'm really happy that I'm here. Я очень рад, что я здесь. I wanted to talk about. Out of a Romans verse today. Хочу поговорить сегодня с книги Римлянам. There's a verse that really stood out to me, especially because I had some interactions with some people, and this verse was really important. Есть стих, который очень выпал мне в глаза. У меня были некоторые беседы с разными людьми, и этот стих меня коснулся. Yeah, so I'll just read the verse first, and I'll dig in. Я прочитаю стих, а потом мы пойдем глубже. So it's Romans chapter 12, verse 1-2. Римлянам 12 глава, стих 1 по 2. And it says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Не будьте как
Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную. The reason that verse popped out to me especially is because it was because of an interaction I had with someone. Почему мне эти стихи коснулись моего сердца? Потому что у меня была беседа с кем-то. Yeah, so there was someone that was potentially wanting to marry someone who's not in the same faith as we are. Был один человек, который хотел жениться или выйти замуж на том человеке, который не имел ту веру, что у нас. Yeah, they were Islamic. Они были мусульманы. And I told them honestly, I was like, I love you, care for you, you can't do this. This will not end well. Я им сказал, я люблю тебя, забочусь о тебе, но ты не можешь это сделать, это не закончится хорошо. Long story short, they decided to break off the relationship I have with them, and I don't see them anymore. Чем эта история закончилась? Они перестали со мной общаться, дружить, и я их больше не видел. I hear through other people the reasons because, you know, I call it, like, it's someone I really care for, and I was being honest, and as Christians we have to, you know, be like that. But they couldn't look at me because they wanted to push away, you know, what God spoke, and the Holy Spirit was speaking to her, and she pushed it away. И почему они перестали со мной общаться, потому что им не нравилась та истина, о которой я им говорил. Yeah, I went from being best friends with them to no more. И это были мои лучшие друзья, и теперь они больше со мной не общаются. I went a little bit too deeper in that, my bad. But the reason was because it's Muslims, you know, мусульмане. Просто мусульмане, и я им тоже сказать. In this verse it says here that we may prove what is that good, acceptable and perfect will of God. В этом стихе написано, чтобы мы доказывали, достигали волю Божью, которая благая, угодная и совершенная. Yeah, so they have debates now amongst their family with that individual, the faith, so between Christianity and Islam. У них теперь есть конфликты в этой семье насчет веры, насчет мусульманства и христианства. Yeah, and so one thing that I've recognized is that, you know, we are Christians and there is something that we have that, you know, obviously they do not. И я увидел, что мы как христиане, у нас есть то, что нет у них. Well, I mean, obviously, there's a lot of things, because they think Jesus is just a prophet, and we believe he's the Messiah. Есть много разницы между нашей верой и их. Мы, например, верим, что Иисус это Бог, а они верят, что это просто пророк. Yeah, and so I was like even discussing this amongst my close friends and whatnot, but there are sometimes people when they look at this and they'll have like the head knowledge. But we as Christians can prove that God is, we can prove His perfect will. Многие могут читать этот стих, и у них просто есть понимание в разуме. Но мы именно можем доказывать, как христиане, Божью волю. Yeah, we have gifts of the spirits. We have prophetic words. We have, there's literally power in Jesus, what Christ can do through us. Like, we can heal people. I mean, obviously, you know, Christ worked through us, we have enough faith. У нас есть духовные дары, и Иисус через нас может исцелять, освобождать. Yeah, and I was reading this verse here, and this verse kept like hitting because it says right here, we present our bodies a living sacrifice. И мне этот стих сильно касался, потому что вот тут написано, что мы приносим наши тела в жертву живую. Yeah, and it's our reasonable service. Like as a Christian, that's what you can reasonably like look at, and that's like, of course, that's what we have to do. Это наше служение, как христиане, это наше служение Ему. But then when you go back into this verse again at the very front, it says, by the mercies of God. Но когда вы читаете этот стих с самого начала, написано, ради милости Божьей. Mercies of God. It's literally God's mercy for us to even have that body in order to then prove His will. Это только милость Божья, что у нас вообще есть это тело, и что мы можем доказывать Его волю другим. Because sometimes we have these thoughts and these ideas that we need to will it, you know, our own strength, we just push it, and we show or prove them, you know. У нас иногда такое понятие, что мы должны сами доказать, мы должны сами показать и сделать, но это все милость Божья. And simply, since it says, by His mercies, I wanted to go a little further, because Jesus is our High Priest. И тут написано, ради милости, я хочу пойти немножко глубже, потому что написано, что Иисус наш священник. So I wanted to read Hebrews chapter 4, verse 14. Хочу прочитать Евреям 4 глава 14 стих. It says, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God,
Let us hold fast our confession. И в 14 стихе написано: у нас есть великий первосвященник, прошедший небеса, Иисус, Сын Божий. Yeah, so that states that Jesus is our high priest, the one, and a high priest is someone who stands in between us and God. И это подтверждает, что да, Иисус есть наш священник, он стоит между нами и Богом. There's more, and I'll read it on later on. It's just I want to read the next few verses. Есть еще больше стихов, но я их попозже прочитаю. So Hebrews chapter 4, again 15 to 16, so the next two verses. Следующие два стиха, 15-16. It says, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам, наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, но не согрешил. Sorry, I said 15 to 16, I should have read the next verse, my bad. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. We look at that Romans verse, and it says, by His mercy we can then be that, so we can prove His perfect will. The more I look at it backtrack it, one of the steps for us is just approach God and be like, hey, this is us, we're broken, we have issues, we have problems that we have. Мы читали в Римлянам, что по Его милости, и я смотрю, что все глубже и глубже написано, что все, что нам надо, это смело прийти к Нему. У нас есть слабости, у нас есть немощи, но мы смело к Нему приходим. It says here in Scripture that He was in all points tempted as we are, yet without sin. Тут написано, что Он был искушаем во всех сферах, как и мы, но не согрешил. So of all people to understand you the most, it's going to be Jesus. Из всех людей, кто может вас понять самое лучшее, это Иисус. See, in order for us to then have that body, in order to then go on that whole thing, you know, for us then, you know, gifts of the Spirit, everything, we need to first even approach Him and be honest with Him and say, we're not there, we need His help. Чтобы нам предоставить наше тело как жертву живую, чтобы нам доказать, что есть Божья воля, нам надо сначала смело к Нему прийти, обратиться к Нему искренне. Yeah, and if we go on further, Hebrews chapter 5, verse 1 to 2, it talks about how high priest, he can, it says here, he can have high compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weaknesses. That's referring to the high priest. И Евреям 5 глава 2 стих. Такой первосвященник, Иисус, может понять и незнающих, и тех, кто сбился с пути, так как он сам подвержен слабостям. Yeah, so that's referring to the high priest. High priest would be someone chosen from among the people and whatnot. But the reason I said that, it says ignorant going astray. So we all can fall into some of those positions, and you know, and we need Jesus to help us. А в этом стихе говорится о том первосвященнике, что люди выбирают из народа. I just want to say we are naturally flawed. No one here is perfect. No, I'm definitely not perfect. Мы все люди, у нас есть слабости и немощи. So we need Jesus. Нам нужен Иисус. And I actually wanted to show this also. This another verse. It's in Philippians 2:13. Хотел показать другой стих. Филиппийцам 2:13. Yes. So it says, "For it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure." Потому что это сам Бог совершает в вас работу, пробуждая вас и желание, и действие согласно своей воле. So it is God's mercy even working in you to help do His own will. Это Его благодать, Его милость, которая работает в тебе, чтобы ты делал и совершал Его волю. Yeah, so I actually love, I wrote this down, I love how people do it. They're like, do your best and God will do the rest, you know? Тут написано, я написал такую фразу, что делай самое лучшее, и Бог сделает все остальное. I wrote it down because it's pretty cool, but I definitely wanted to go to this Psalm 37 verse to show you guys something pretty cool. Psalm 37 verse 4, but if I remember it last time, he said in Russian translation, he said it's like ahead one or before one? On Psalms, isn't it like ahead one? Yeah, it's the one behind. It's the one behind, right? Mm-hmm. Yeah. Хочу вам прочитать очень классный стих, Псалтырь 36, стих 4. Yeah. It says, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Радуйся Господу, и Он исполнит желания твоего сердца. So
So a little side note, when I first heard this verse and I was like small, I was like, this what's up? Jesus knows what I want. Like, I'm gonna get a Lamborghini, I'm gonna get some nice car. Я когда проповедовал, я услышала этот стих и очень возрадовалась, что он исполнит желание моего сердца и даст мне машину и. Yeah. I'm not gonna lie, I've just been honest. When I read that, I was like, yes. Я говорю искренне. Он знает меня. Finally, I found that word in the Bible. It's like, Бог тут. It's right here. Nice. It's so interesting that God actually used that verse to teach me something. Бог использовал этот стих, чтобы научить меня чему-то. When you look closely at the word delight, so the Hebrew word is anag. It actually means to be soft and pliable. А когда это слово вот радуйся или наслаждайся на иврите, это означает слово наг, что означает мягкий и и можно из тебя слепить что хочешь. Yeah. So when I read this, I was like, uh-oh, so it's not as how I thought. It's a little bit different because when we come to the Lord, He makes us we have to be pliable, when we come to the Lord. Then He changes us. So our desires are in line with what He has. И мне Господь научил через этот стих, что оказывается, когда мы наслаждаемся Господом, мы приходим к Нему гибкие, и Он из нас делает то, что хочет, и дает нам свои желания. So we need to be pliable to God, and He will give us the desires of our heart, but the thing is, those desires are literally His desires. They align with His will. Он нам дал желание сердца нашего, но это не наши желания, это Его желания, которые соответствуют Его воле. Yeah, and I also wanted to bring up this one last verse. It's in 1 John 5:14-15. Я хочу также сказать еще один стих, это в 1 Иоанна 1:15. Yeah, 1 John chapter 5, verse 14-15. 1 Иоанна, 5 глава, стих 14-15. Yeah, it says, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. 1 John 5, 14-15. Мы приходим к Богу с полной уверенностью в том, что если просим Его о чем-либо в согласии с Его волей, то Он нас слышит. The reason I bring that up also is because now that we are asking in line with His will, He's going to start hearing us. So a lot of times we'll be like, God's not hearing me. But then the more you kind of like make yourself mendable or pliable to God as you come up and it changes you, He's going to hear you. And you have the confidence, according to Scripture, to have that. Мы часто говорим, что Бог нас не слышит, не отвечает на молитвы, но когда мы просим у Него что-то по Его воле, когда мы приходим к Нему с мягким сердцем, и Он делает в нас то, что хочет, и дает нам те желания, которые Он имеет, Он начинает слышать. И я вернусь к первому стиху, который я читал в самом начале, как доказать Божью волю. Мы приходим с мягким сердцем. He, by His mercy, по Его милости, then we change, мы меняемся. Then we can walk out in all of this wonderful things, like, you know, gifts of spirit and just awesome. I love it, you know? God really working, and that's when things start to change. И тогда другие люди, другие религии, они смотрят на нас, и они видят, что в этом человеке Бог работает, и через этого человека Бог работает. And that's it. God help us so we change. Бог, помоги нам меняться. Yeah. Аминь. Amen. Amen. Аминь.